Всем привет, с вами Айка. Я целый час раскладывала это все, и в конце тоже получилось не очень. Я ожидала, что мой милкшейк с клубникой придет в такой прозрачной штуке и будет красиво в кадре, но, к сожалению, мне положили его в ту же упаковку, куда кладут колу. А мне именно надо было, чтобы была упаковка прозрачная, и было видно, что это молочный коктейль. Вот так вот мне его запаковали не очень. Ну да ладно, что делать. Зато вы знаете, что здесь. Заказала я наггетсы. 20 штук. Самый большой объем. Кстати, трубочка здесь у них не пластиковая, а именно из бумаги. Наверное, это делается в целях защиты окружающей среды. Обожаю. Обожаю клубничный шейк. Просто супер. Здесь 3 соуса, 100 островов, кисло-сладкий и барбекю. Но кисло-сладкий он какой-то странный, необычный. На всякий случай взяла воду с лимоном и пирожок с вишней. Хочу в начале видео, как всегда, поблагодарить всех за ваши донаты. Огромное спасибо. Хочу передать приветы тем, кто просил, чтобы я это сделала. Кому я приветы в этом видео не передам, в следующем обязательно, потому что людей много. Огромное вам спасибо за поддержку. Ксения пишет. Ксюша, тебе огромный привет. Айка, привет. Ты мой любимый мукбангер. Люблю кушать с тобой вместе. Сними, пожалуйста, мукбанг с азербайджанскими сладостями. Очень интересно. Желаю тебе прекрасного настроения и продвижения канала. Спасибо огромное, Ксюш. Мне кажется, это замечательная просто идея. Надо набрать всего, что у нас там есть. Можно даже микс и турецкие, и азербайджанские сладости, например, вместе. Я это хочу сделать. Хорошая идея. Я думаю, что вы меня тоже в комментариях поддержите. Вот. Потому что есть некоторые сладости, я даже не знаю, не азербайджанские или турецкие. Поэтому сделаем такой микс. Пахлава, например. Обязательно. Вот в ближайшие 2-3 дня обязательно сниму это видео. Еще пару приветов. В этом видео. Алана Газаева. Привет, Айка. Давно тебя смотрю и очень нравится, как ты рассуждаешь на разные темы. Писала давно в директ с просьбой озвучить видео, свою историю и порассуждать на эту тему. Спасибо заранее. Я, честно, не видела твое сообщение, что за история, потому что очень много людей отвечает на мои истории. У меня, то есть, в Инстаграме есть такая графа «Ответ на историю». Поэтому я спокойно могу не увидеть. Напиши, пожалуйста, свою историю на пиар-аккаунт. Там точно я увижу. Привет, Айка. Меня зовут Вилу. Смотрю тебя уже 2 года. У меня вопрос. Дорогая моя, где грузинские хинкали? В ближайшее время обязательно будут. Здесь, честно, очень много сообщений. Я их разделю и каждое видео буду передавать приветы 3-4 человек. Чтобы прям все видео не было чисто приветы. И чтение ваших сообщений. Насчет турецких и азербайджанских сладостей. Мне кажется, это очень хорошая идея. Как раз у нас огромный просто выбор. У нас есть магазины, чисто посвященные этой теме. Мне, например, турецкая пахлава очень нравится. Можно сделать такой, знаете, интересный стол со всякими этими сладостями. О чем я сегодня хотела с вами поговорить? За идеи вам огромное спасибо. За донаты огромное спасибо. Ссылочка на донат у меня в описании. О чем я хотела с вами поговорить? Ни в коем случае я не жалуюсь. Вот некоторые пишут в комментариях, Айка, ты стала меньше всего рассказывать, меньше всем делиться. Когда я делюсь, например, своими проблемами, мне часто пишут, хватит ныть, не ной, все замечательно, хватит давить на жалость и так далее. И в какой-то момент в жизни я поняла, что, наверное, не надо рассказывать о своих каких-то проблемах и так далее. Там я рассказывала про проблемы с квартиросъемщиками, то, что у меня происходило.
Некоторые, наоборот, осуждали то, что я это рассказываю. Сейчас мои квартиросъемщики решили все-таки съехать. К сожалению, есть в квартире недочеты, но, понятное дело, люди жили, есть амортизационное отчисление, то есть... Когда люди живут, что-то ломается, что-то портится, это в пределах нормы. Это абсолютно нормально. Но я уже нашла других людей. Настолько просто найти людей, это вообще, столько людей хотят снять квартиру. У нас раньше в Азербайджане, лет 5 назад, мне кажется, все жили с родителями. То есть, если у вас муж младший сын, то все, вы, скорее всего, будете жить с его родителями. Это прям не обсуждалось. А сейчас, мне кажется, редко можно найти семью, где невестка согласна жить с родителями мужа. То есть, за последние где-то 5 лет условно люди очень сильно поменялись. Раньше это было абсолютно нормально жить с родителями. Сейчас редко где встретишь девушку, которая согласна жить с родителями мужа. Я тоже не согласна, если честно. Я считаю, что семья в семье – это не нужно. Буш наггетс. Он просто весь в меня, он обожает наггетсы. Да. Так вот, эти квартиросъемщики съезжают. У меня теперь будут новые. И новые квартиросъемщики хотят, чтобы я поставила кондиционер. Я вот думаю, как вы думаете, стоит или не стоит? Я понимаю, что это для комфорта квартиросъемщиков очень даже необходимая вещь. Но мама говорит, что если им так нужен кондиционер, пусть за свой счет поставят его. А в дальнейшем, когда будут переезжать, пусть возьмут свой кондиционер и уезжают. То есть, да, например, как телевизор. Или пусть ищут квартиру уже заведомо с кондиционером. Вроде как желающих снять квартиру много. Но эти мне очень понравились. Такие прям душевные люди. Видно, что порядочные. И вот у нас вопрос с кондиционером остается открытым. Они хотят, чтобы я за свой счет купила кондиционер, поставила им. И после этого они начали жить в этой квартире. Я не знаю, что делать. Напишите, пожалуйста, комментарий. Ни в коем случае я не жалуюсь на своих квартиросъемщиков. Просто спрашиваю вас, как вы думаете, как сделать? В этой квартире есть абсолютно все. Начиная от стиральной машины, заканчивая посудой, там, не знаю. Нож, вилка и все остальное. Кто-то съел наггетс и хочет еще. Твикс. На. Очень любит фастфуд мой кот. Весь меня. Я тоже обожаю. Я сразу сказала своим квартиросъемщикам, что каждого месяца 5 числа должна произвестись оплата. Потому что столько людей кидают, там говорят, заплатим, заплатим, и потом исчезают. Но все равно, учитывая, сколько денег вложено в квартиру, например, ты ее сдаешь. Получаешь, конечно, какие-то деньги, естественно, да? Но все равно на этом много не заработаешь.
Учитывая, что люди там живут, и, например, каждые 10 лет, наверное, надо будет менять обои, что-то докупать, что-то ломается, портится, там, не знаю, розетки, какие-то выключатели, еще что-то. Учитывая все эти расходы, если честно, сдавать квартиру не так уж и выгодно. У нас в Баку большинство квартир. Ну, как большинство. 50 на 50, наверное, скорее. Сдаются абсолютно пустыми. Вот тебе нужна мебель? Покупай. Тебе нужен кондиционер? Покупай. А потом в дальнейшем со своим кондиционером езжай куда угодно. Я вот немножко не поняла. Вот эти мои новые квартиросъемщики, если я не покупаю кондиционер, то они не согласны жить в этой квартире или что? Сходила, посмотрела кондиционеры, почем стоят. Скажу честно, не сильно подорожали. Вот мы в прошлом году покупали этот. Плюс-минус цены те же самые. Просто не стоит покупать в больших гипермаркетах. Я, например, советую покупать кондиционеры в Браво. Я обошла все магазины, просто все магазины электроники, и дешевле всего в Браво. Можете тоже пройтись, но я вам прям вот зуб даю, что дешевле всего все-таки в Браво. Это кто живет в Азербайджане? Условно говоря, мне сейчас надо $300, ну, минимум, потратить на кондиционер. Там однокомнатная квартира, квартиросъемщики просят купить кондиционер не маленький, то есть, чтобы его включить, чтобы и на кухне было прохладно, и в комнате было прохладно. Взять кондиционер на 50 квадрат, потому что у меня квартира 53 квадрата. А эти кондиционеры на 50 квадрат, они обходятся недешево. Видно, что семья, видно, что долго будут жить. То есть им не надо вот это постоянно переезжать туда-сюда. Поэтому не знаю, как правильно поступить. Вообще, я все больше и больше задумываюсь о том, что, наверное, надо возвращаться на работу. Все-таки YouTube и все остальное, это, конечно, хорошо. Снимать видео я вам буду, но хотя бы на полставки где-то работать надо. Я поговорила и с братом на эту тему. Вот купила я на последние деньги машину. Я ни в коем случае не жалуюсь. Опять же, я просто вам рассказываю о своих проблемах. Просто рассуждаю. У меня есть накопленная сумма. И кроме этой суммы, денег-то нету. И получается, на эту сумму я покупаю машину. Машина — это тоже расход. А что дальше делать? Поэтому я все больше начинаю интересоваться финансовыми моментами, литературой подобной. Сейчас я читаю книгу, она просто офигенная. Она просто заставляет тебя задуматься о том, как стать богатым. По-любому, любой человек, который прочитает эту книгу, сделает выводы о том, что в жизни конкретно ты делаешь неправильно.
почему кто-то богатеет с каждым днем все больше и больше, а ты нет. Вот такой вот пирог. Такой десерт. К брату вернуться сейчас я могу на работу, начать работать, но тогда получится, что я меньше видео буду снимать. Но все равно, я думаю, при любом раскладе мне, наверное, все-таки придется вернуться на работу. Либо альтернатива, например, открыть еще один канал на азербайджанском языке. Много всяких мыслей крутится у меня в голове. Жизнь идет, не хочется стоять на месте, хочется как-то развиваться, что-то делать. Не то, что куда слетать отдохнуть. Я особо, снимая видео, тоже не напрягаюсь, так скажем. Дело не в отдыхе, дело в том, что как построить свое будущее так, чтобы через 5 лет тебе жилось лучше, чем ты живешь сейчас. Изучать что-то, делать какие-то выводы, смотреть на других людей, слушать чьи-то интервью и так далее. Мне почему-то в последнее время кажется, что я иду назад, не вперед. Можно вернуться на работу, например, и брать немного клиентов. И зарабатывать с этого. Можно купить машину и с комфортом ехать и приезжать на работу. Что-то такое. Или эти деньги вложить во что-то другое, что будет приносить деньги. Короче, у меня в последнее время постоянно в голове мысли о том, чем я хочу заниматься, как я хочу развиваться, во что я хочу вкладывать. Вот такие вот у меня в голове мысли крутятся. Если у вас есть какие-то идеи, то пишите в комментариях. Всем остальным, кто кидал донаты, обязательно в следующем видео обязательно передам приветы, я все помню. Всех люблю, с вами была Айка.